Здравствуйте, это канал Максимадзе, и поздравьте меня, и себя поздравьте, потому что моему каналу сегодня, 12 января 2020 года, исполняется 5 лет. 5 лет. Дорогие подписчики, огромное вам спасибо, что вы меня поддерживаете. Да, все эти 5 лет я, ну, на самом деле, некоторые годы, первые года 3, наверное, я особо-то не делал ничего такого. В 2015 году, когда у меня только появился канал, он был просто аккаунтом, которым я заходил, там, в Ютубе пользовался. И назывался он просто Максим Артемов. А когда я уже восхитился тем, что как ютуберы делают свои ролики, вот хотелось самому заняться тем же. Вот я вам сейчас рассказываю историю в честь пятилетия канала и решил что-нибудь попробовать сам. Назвал свой канал Max Mobile Channel. И я именно тогда, это в 2015 году как раз таки случилось, я там выкладывал некоторые ролики на обзоры телефонов, вот тоже снимал. У меня некоторые из этих роликов сохранились, сейчас я вам покажу один из них. Всем привет, дорогие друзья, с вами Шмадзе4. Сегодня я буду обозревать один старенький компьютер. Он вышел очень-очень давно, и он у меня валяется на лоджии уже очень много лет, когда я был маленький, я с ним играл. Сейчас я хочу его пора обозревать. Он до сих пор вроде бы работает. Но сейчас он не работает, потому что там нету батареек, хотя он покупается сразу вместе с батарейками. Привет! Давай учиться и играть. Набери номер игры. Качество камеры, конечно, вообще не радует. Я поснимал это на мобильный телефон с фиговой камерой, поэтому не удивляйтесь. В 2016 году, в ноябре, 2 ноября, вышел первый ролик, который сохранился на канале. Обзор Siemens M65, это легенда. Вы можете его найти на канале и посмотреть. У меня там голос еще детский был, мне было 12 лет. Ролик набрал более 2000 просмотров на сегодняшний день. И, ну, я ролики выкладывал достаточно редко на канал. В 2017 году я по своей игре видео выложил. Ну, телепередача своя игра на НТВ, которая... Там уже на почти 1 000 000 просмотров набрал это видео и много подписчиков, соответственно. В 2018 я уже начал реально что-то делать. Сначала электронный конструктор видео там сделал, пранк. И уже где-то ближе к концу, во второй половине, я уже начал записывать ролики с ПК, с бандикамой. Но у меня тогда микрофона не было, поэтому я записывал свой голос на диктофон. Получалось фигово, меня было практически не слышно. Когда появился микрофон, уже было гораздо лучше. Потом также еще появилась вебка. Ну, сначала вебка была как мобильный телефон. Я записывал себя на фронтальную камеру телефона и потом просто вставлял в видеоредакторе это в видео. Но в 2019 году у меня уже в середине, у меня уже появилась настоящая веб-камера, которой я до сих пор пользуюсь. И микрофон я сумел настроить нормально. Теперь режима конференции, как-то там он называется, и теперь его нет. Теперь меня слышно нормально. В некоторых видео, к сожалению, игры работают громче, чем я говорю, поэтому меня иногда бывает не слышно. Но ведь все равно я сейчас, по крайней мере, стараюсь
вот это вот поправлять все дело постепенно. Кстати, дорогие друзья, я вам забыл рассказать, почему мой канал называется Максимадзе. Дело в том, что это мой никнейм. Я вам расскажу, как я решил его себе присвоить. Когда-то давно мой двоюродный дед один меня называл какой-то... Иногда называл меня Максимадзе. Вот так вот он меня называл почему-то. Как камикадзе, типа. И вот в 2018 я решил себе... А почему у меня такой бы никнейм не пристроить? Ну и решил вот назвать себя вот так. Ну и... Теперь мой канал называется Максимадзе. Это мой ник. Вот так вот. Ну что ж, вот такой вот ролик получился. Не очень длинный. Я вам рассказал историю канала. Ну что ж, дорогие подписчики, огромное вам спасибо, что вы меня поддерживаете. И... И на этом, пожалуй, все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и за поддержку. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все. Всем пока.